Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Я как бы в отпуске нахожусь и потихонечку видосики снимаю, как могу, короче. Качество, пожалуйста, не обессудьте, но поехали, значит. Что я обнаружил? Нашел такую статейку интересную, где написано от 12.07, серия Samsung Galaxy Watch 6 подтверждена в Google. Ожидается, что Samsung представит свои смарт-часы нового поколения Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic в последнюю неделю июля. Ну, в принципе, уже скоро. В преддверии очередного мероприятия Galaxy там и так далее, тому подобное, компания Google подтвердила название номера моделей предстоящих смарт-часов. Смарт-часы серии Samsung Galaxy Watch 6 были добавлены в базу данных Google Play консоль в преддверии их запуска. Кстати, ну, проверю я тоже эту информацию, если она там есть, действительно такая, вот как здесь пишут, потому что у меня тоже есть данная учетная запись для разработчиков. И коротенький видосик запишу, покажу, так ли это на самом деле, да? Что Samsung скоро выпустит Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic. Galaxy Watch 6 будет доступна в двух размерах, ну это мы с вами знаем, 40 и 44 мм модель. Classic будет доступна 43 и 47. Вот 47 прям вообще нормально, я думаю, на моей руке такой толстенькой будет смотреться, прям очень хорошо. Дальше, хотя это не совсем новая информация, приятно получить подтверждение непосредственно из базы данных Google. Кодовое наименование маленького и большого варианта в Galaxy Watch 6. Вот такие вот, соответственно, по-английски я как бы не комментирую. Дальше. В серии Galaxy Watch 4 компания выпустила базовую и классическую версию своих смарт-часов, но в серии Galaxy Watch 5 она заменила классическую версию на версию Pro. Однако с выпуском серии Galaxy Watch 6 компания возвращает версию Classic. И правильно делается. Хочу сказать, что Galaxy Watch 5 Pro не совсем удобный в плане управления. Вот утопленное стекло, если раньше можно было бизелем крутить спокойненько, механическим, то здесь это достаточно неудобно. Экран утоплен. И вот здесь по краю водить, короче, тем более моими пальчиками, как один из подписчиков назвал, колбасками, это очень сложно сделать. А таких пальчиков, поверьте мне, в мире много. Особенно в нашем современном, где много изобилия и жрем всякую фигню. Так, поехали дальше. Galaxy серия Samsung Galaxy Watch 6. Технические характеристики. Ожидается, что дизайн Galaxy Watch 6 будет в основном повторять дизайн Galaxy Watch 4. Как в базовой, так и в классической версии. В них может быть установлен процессор Exynos W930 с несколько более высокой производительностью. Это уже точная информация есть о том, что это будет действительно этот процессор. И увеличивает он производительность на 70, а автономность, на производительность на 30. И, по-моему, автономность тоже где-то в этом районе. Дальше они будут работать под управлением операционной системы One UI Watch 5 на базе Wear OS 4. Если вы еще не видели эту базу, пожалуйста, посмотрите. Даже ее можно установить уже сейчас. В принципе, можете это попробовать сделать. В описании видео добавлю ссылочку. Среди прочих функций ожидается отслеживание активности, анализ состава тела, GPS, монитор сердечного ритма, ЭКГ, отслеживание сна, датчик уровня кислорода, мониторинг стресса, степень защиты IP68, динамик подключения к LTE, Wi-Fi, Bluetooth, Samsung Pay. Так. Также можно ожидать, что Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic будут иметь аккумуляторы, аналогичные Galaxy Watch 5. Возможно, они также будут оснащены быстрой беспроводной зарядкой. Быстрая беспроводная зарядка будет, но аккумуляторы, как мне, насколько мне известно, будут все-таки поменьше. Хотя, может быть, в Galaxy Watch Classic 47 мм будет и побольше. Короче, посмотрим презентацию и увидим. Пока вы были на SmartWatch, подписывайтесь, лайк, комментарий. Возможно, есть у вас какая-то другая, более, так скажем, интересная информация. Пишите в описании, в комментариях. Пока!